Муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди и мэр Махачкалы Салман Дадаев обсудили ключевые вопросы сотрудничества по завершению благоустройства парка на улице Хрушилова. По словам градоначальника, проект находится на стадии разработки, сроки его завершения и сумма финансирования пока не обозначены. Муфти поддержал инициативу приведения в порядок данной территории и выразил готовность всячески содействовать в реализации данного проекта. Встреча прошла в администрации Махачкалы, куда духовный лидер мусульман республики прибыл по специальному приглашению главы города. Мы договорились сосредоточить взаимные усилия с муфтиатой администрации для того, чтобы завершить и подарить горожанам красивый парк для культурного отдыха.